Ну, доброе утро. Давай не будем усложнять ситуацию. Ты скажешь мне код от очистителя и скажешь его сейчас. Ну, вот это другой разговор. Итак, какой же код? Отлично. Тогда мы это сейчас проверим. Говорит полковник Отом. Ваши люди на позициях, солдат? Принято, сэр. Ожидаю передачи кода. Ваш код 704. Повторяю, 704. Подтвердите и введите. Принято. 704. Полная готовность, сэр. Ввожу код. Никак нет, сэр. Код не подходит. Я потерял еще одного человека. Почему ты настаиваешь на том, чтобы усложнять дело? Возможно, мне пора открыть стрельбу. Как ты думаешь, сколько крови тебе не жалко перед тем, как ты расскажешь мне все? Полковник, вы мне нужны. Господин президент, у меня нет времени на другие дела. Я скоро прибуду к вам. А теперь, полковник... Так точно, сэр.